вот очередное утро на пиринге нашей тусы. Какая характерная черта нашей тусы? Все приезжают, бодро надувают лодки, и они на мертвой стоянке, как Аврора. Аврора, сука, хотя бы вот сейчас уходила там в Кронштадт, а здесь на мертвой стоянке все причалено к берегу. Смотрите, все наши лодки в берегу. А как бы, смотрите, погода-то такая, все хорошо, ветер маленький, можно ловить рыбу. Но мы предпочитаем как бы тусить на берегу. Вот, например, Махал Иванович. С двумя веревками, он все сказал, повешусь. Надоело все. Да. Эхолот не установлен. Нет, смотрите, он как бы, он имитирует какую-то рыболовную активность там. Пока, да, удочки. У него, он говорит, у меня есть удочки, у меня есть лодка. Все, чем это заканчивается. Тут вообще все плохо, тут даже лодка не накачана. То есть как бы приехали парни, поставили лагерь и сказали, будем стоять насмерть. Не, я слышал их диалог. Типа, Женя, будем накачивать лодку? Да ну нахуй. Вот так это все было. А устроились они тут фешенебельно. Смотрите, у них есть это, то. Вот они, нет, они на самом деле решили, ну что мы будем нарушать традицию, давайте тоже накачаем лодку. И будем тоже поставим ее в берегу. И даже соберем удочки. Вот такие они. Женька, помаши ручкой. Пойдем дальше. Это моя собака, матрос. Матрос. На самом деле диспозиция лагеря абсолютно та же самая, как раньше. Все забили свои эти коронные места. По-прежнему Сергеич спит в машине. Ну, я имею в виду, машина стоит там, где он спит всегда. Это уголок Коли, смотрите. Вот Коля единственный, кто пошел на рыбалку. Ну, его можно простить, он приехал первый день. Поэтому в нем еще есть желание поймать рыбу. И уверенность, что... Хотя нет, смотрите, удочки-то, удочки, как же он поехал ловить рыбу-то? Вот они стоят, родные. И Коля наверняка там спит. Ну ладно, не будем будить его. И вот наш лагерь дальше. Там уже палатки пацанов. А главное действие совершается где? Главное действие, конечно, не на воде. А вот здесь вот. И здесь у нас нескончаемый обряд приобщения к рыбацкому братству посредством принятия рыболовных эликсиров. В частности, вот смотрите, так сказать, был там, подтверждение моих слов. Стандартная, повторяющаяся каждые 2 минуты операция. Кто-то... Убери компромат! Так, да, матом не ругаться. Я все записываю. Я не матерюсь, я говорю, компромат убери. Да. Ксюха обреченно. У нее на спине вытатуирована надпись. Да пошла она, ваша пиринга. Крокодил не ловится, не растет лосось. И Вовка. Вовка бодрячком. Господи, почему мухи летают, непонятно. Ну, в общем, как бы и там тоже, там вот немец. В общем, куча народу еще. Лодки в берегу. Вот такая наша туса. Саня, а как вкусно?